ясного неба, вкусного хлеба, теплого дома, а еще здоровья огромного, счастья бездонного, любви нежной, друзей верных, как все мы. Ура! Подожди. Еще ждать? Ну, да. Ну, можете выпить? Ну, деревня. Сейчас. Сейчас мы с вами все погадаем, какой год у нас этот будет. Какое счастье нас всех ждет. Кого ждет, кого не ждет. А кому трагедия? А кому первая? Обезьяна. Да, чтобы в год крупные обезьяны у всех были наполнены. Озорная обезьянка, хвост колечком, как баранка, внизу повисла головой. Вот так номер цирковой. Висит и улыбается лохматая красавица. Ну-ка, обезьянка, ты нам погадай-ка. Вот теперь каждый выбирает себе конфетку. Леша, конфетку выбирай, и там внутри написано, что тебя ждет. Коля, и всем передавай, да, дальше. Сейчас, здорово. И каждый разворачивает, что кого ждет в этом году. Так что давайте погадаем сразу, да, чтобы уже знать, что нас ожидает. Чему готовиться? Да. Радость и счастье ждет тебя в 2016 году. Ты думала, сейчас выберу самую красивую, да, конфету. Ой, финансовое благополучие. Ой, да, да, прямо в тему. Ой, как хорошо. Мне будет удача сопутствовать весь 2016. У меня счастье. Решаться все вопросы. Передаем. Света, задержите, так чтобы видно было обезьянка. Даже проблемы должны решить. Проблемы решить, что вот. Тогда я что-нибудь вытащу тоже. Папуль, ты тоже можешь вытащить. А мне не сказали ничего. Тебя ждет неожиданная прибыль. Забеременеешь, что ли? Тише. Очередной ребенок. Неожиданная прибыль. Очередная куколка, скорее всего. Как это? Я двоек, у меня последняя. Говорит, скажи, что лучше крайняя. Что-то очень хорошее. А прочитай мне ничего. А моего мужа ждет, сейчас мы посмотрим. А вдруг какая-нибудь девушка? Ну, ясно. Отличное здоровье и успех ждет тебя в 2016 году. Значит, забеременеешь, да? Свет. Просто здоровье. Новый год. Новый год, я украшаю эти хлопушки, Новый год.
Мы пришли к вам в детский сад, чтоб порадовать ребят, веселиться, петь, плясать и наряды показать. Молодец! Молодец! Умница! Новым годом поздравляю и от всей души желаю, чтобы в нынешнем году слезы были не в ходу. Да. Тихо. В нынешнем году было тихо, где тихо. Мы было где. Да. Друзья вас все ценили и домашние любили. Чаще премии вручали, кто работает, да, чтобы кукол мы могли покупать на них. Чтоб болезни не напали. Остальное все добудем. За зарплату или по блату. За спасибо или просто так. В общем, не печальтесь и не вешайте нос. И давайте выпьем за этот тост. Молодец! На поляне тишина. Светит желтая луна. На пруду сверкает лед, наступает Новый год! Ура! Света, руки вверх и замри. Подожди, а то у меня тут... Света, не так упасть. Давай вот так, вот так. О, да, серпантин мешается. Слушай, подожди там, пожалуйста. На меня. Тише, полярный коршун поднялся. Высоко к небу он взялся. Все выше, далее взялся он. И вот ушел за небосклон. Природа мать ему дала два мощных, два живых крыла. А я здесь, в поте и в пыли, я царь земли, прирос к земле. Ух ты! Гайда, тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом. Светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем. Милый шепчет уверенья, ласково в глаза глядит. А она полна смученья, что-то ей судьба сулит. Так с тревожными мечтами вдаль помчались они. И не помнят, как случайно вдруг слились их уста. Гайда, тройка, снег пушистый, ночь морозная была. Светит месяц серебристый, вновь поедут ли. Порой забыл. Здорово! Романтическая, зимняя романтическая. И что река вечер затеплится синий. Лишь только звезды зажгут небеса, и черемух серебряный иней жемчугами украсит роса. Отвали потихоньку картошку и войди в тихий сад. Как день, не забудь потемнеет накидку кружево на головку надеть. Там, где в гуще сплетаются ветки, по калитке тебя подожду. И на самом пороге беседки с милых куст кружева отведу. Отвори потихоньку калитку и пойди тихий садик, как тень. Не забудь потемнее накидку кружева.
Бату. Ну я уже маленькая страна. Там звери с добрыми глазами. На меня смотри. Полна. Там чудо озера искрится. Там зла и горя нет. Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет. Маленькая страна, маленькая страна, кто мне расскажет, кто расскажет, где она? Я всегда провожу комара. Маленькая страна, маленькая страна, там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна. Эта страна мне только снится, но светлый миг придет. Заводи, пусть они попрыгают. И на крылах колесницы я совершу полет. Мне час свидания предназначен в звездной моей стране. Там ждет меня красивый мальчик на золотом коне. Маленькая страна, маленькая страна. Маленькая страна.
Вот, умница, Варюшка, молодец. Так, следующий дом. Ира, давай. Давай, попилатом. Давай, сама. Да, давай следующий. Да, следующий. Алена, Таня, на меня смотрим. Таня! Алена! Давай, молодец! Молодец! Yeah!
уже слегка поддатый. Мне сказали, меня здесь ждут, значит, будем догоняться тут. Налейте мне вина побольше, мне везти подарки в Польшу. С мешком в руках и в скороходах казаках. Танцуем рядом с елкой, а может быть сосной. Простите, только нет сейчас фигурочки со мной. Мы вместе шли с Камчатки, но она ушла на пей. Значит, будем без нее, что же делать, ё-моё. Отлично. Снегурочка получает... Ляля. Сейчас, айн момент. Да, Ляля, ты вот еще подогрелась? От этого. Снегурочка, что Сашкина получает? Конвектор. Только мы не подогрели. Снегурочка на чайник. Тебе за сколько? Ну еще раз, Люля! Для... Это гжель, гжель или как там? Оренбург. Это грелка. Так, на пакетики передайте, пожалуйста, Саше. Вот, это за Снегурочку ты получаешь. Саша будет наливать нам чай. Так, теперь лучшей Снегурочке нашей, которая у нас здесь присутствует, приз такой. Вот такая вот свечечка красивая, с маленькими грудными детишками, с сосочками. Нет, свечка. Так, дети. Давай. Ален, упакуй, пожалуйста, какой-то. Аккуратно, на. Держи. Да. Теперь. Так, проходи. Дед Морозу. Так, где у нас Дед Морозу? Дед Морозу лучшему. Вот такой чудесный подарок. А там что надо? А теперь приз, первое место в зрительских симпатий за Лялю, за Колину. Дарим тебе волшебную кружку. Вот смотрите, какая это кружка. Вот видите? Нет, просто вот кружечка, да? Вот смотрите, мы наливаем в нее горяченькую водичку. Сейчас, подождите. Водичка-то кружка. Сейчас, смотрите, что на ней будет. Превращается кружка. Превращается кружка. Сейчас, подождите. Смотрите, что сейчас. Сейчас, кружку. Подожди, сейчас прогреется. У нас здесь не очень жарко. Так, а мы наливаем кружки. Смотри, джин проявляется. Ух ты, прелесть. Ой, 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 ой. Давайте сюда чай, пакетик сюда сунуть, и можешь вон пакетики перейти. И джин будет медленно опять исчезать. Коля, видишь, какая тебе волшебная кружка? На тебе сразу чай, можешь уже пить. Только осторожно. А когда будет остывать, он будет уходить обратно в лавку Аладдина. Видишь, он туда. Он будет пить, и она раз будет раз и туда уходить. На тебе волшебную кружку. Не разбейте. Да, вот на коробочку поразбей. Так, дальше. Сейчас ты выйдешь, да. Быстренько. Секундочку. Нашему Сашеньке дорогому. Так как он у нас велосипедист, и нам такую карету, вот ему термос для велосипедистки. Термос.
Держите. Лучше бы фару ему подарила, чтобы он пальто уже не надел. Велосипедистский термос и мотор. Это приз за повозку. За повозку отдельно. Деда Мороза еще надо. Это конечно такого. Сейчас. Вот номера ему подарили. Теперь за стихи. Сейчас мы Дед Мороза. А Дед Мороза, вот который вам понравился, второй по счету. Да. Вот, мы дарим вот такую гирлянду с такими мишками замечательными. Держите, Дед Мороз, за ваш шикарный костюм наряжайтесь. Вот вам пакетик, чтобы убрать потом. Пакетик. Так, за стишок, который нам Алисонька прочитала, мы ей дарим вот такую чудесную тарелочку с белоснежкой. Волшебная тарелка. С белоснежкой и с принцессами. На тебе держи. Сама принцесса. Вот. Это тебе такой подарок. А я, да. Я еще не знаю. Колечко. Ах ты, это колечко. Так, теперь. Егор у нас читал стишок. Да. Мы тебе, Егор, за стишок дарим вот такого Дед Мороза. Он чудесно ходит. Дайте мне подносик. Нет, он ходячий. Да. Вот смотрите. Егор, смотри, как он будет ходить. Сейчас только чуть я нервничаю. Его надо Егор, тренируйся. Так, подожди, это еще не все. Очень красивая. Алиса, ты два стиха читала? Кого? Вот тебе за второго стиха. Вот такого мишку тоже он ходит. Хорошо, тучка, 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 я волшебный медведь. Что ж такое? У меня это пьяный я, что ли? Это стол кривой. О! Ёжик в тумане. Его качнуть, наверное, нужно. Винни, Винни. Качнуть его надо, направо-налево, свет. Нравится? Вот. Так, держи мой золотой. Так, жди свою. Подожди. Винни. Держи, Винни. Леша, держи. Прямо под рукой стоит. За маленькую страну. Нет. Маленькая страна, это моя самая любимая песня. Стакан, видишь? Нет, ближе к тебе. Вот это. Сейчас я покажу. За стихи. Кто читал стихи? Держи. Тань, пройди, возьми. А песню-то пела. Смотри, какую песню. Так, давай взять бутылку. Вот, за песню пела. Или? Точно. Вот, это с Аленкой вам. Так, кто у нас еще выступал? Ирина у нас. Мармеладу мне передайте, пожалуйста. Мармеладу мне. Так, кто у нас еще выступал? Дома откроем, давай. Детка выступает. А Юля. Юлечка выступала. А что я выступала? И Ольга тоже выступала. Спасибо. Вот вам двоим. Спасибо. Ой, какие прелести. Ой, как прелести. Спасибо за подарок. Ой, тогда с вкусняшками. Нет, тогда мы сзади, если дёрнуть, они так, всем остальным участникам конфетки передайте так вот по кругу. Спасибо. Ну, конечно.
знаю, какую открыть. Вот с этого боку. Так, передайте все покрупу так вот туда. Хорошо. Ну что, давайте сказку прочитаем. Давай. Жили-были дед и баба. Был у них 3 сына и ни одной дочки. Печалилась баба по этому поводу и решил дед купить бабе куклу. А потом еще несколько, и поехали они, все будет происходить в замке. Волшебные сапоги и шапки. В саду ли в огороде бегала собака. Хвост подняла, закричала. Замерзли ноги у меня. Захолодяга. Ой-ей-ей, обморозим носики. Заболеем и умрем, если вовремя не шмякнем пару стаканчиков водочки. Сказал детка бабке. И на улицу плясать, свои ножки согревать, песни петь и веселиться. Больше нам бы нам по всем... Проститься. Там... Напроситься. Ну да, ты такие почерки, вы мне... Это вот кто тут так научился в школе? Кто учится в школе? Он только научился, может. По всем проситься, там подарок получить. А подарок получить. Очень весело играть и прогуляться, всех поздравить. Чтобы веселее в каждый дом приходила кувырком, чтобы стучала и гремела, созывала и пропела. Чтобы ясно в ней прибыло, чтобы денежки велись, крепкое здоровье было, со всеми счастьем ты делись. Как янь и инь, как день и ночь, счастье есть во всем. Ушла овечка по тропинке, обезьянка в Новый год влетела и на елку залетела. Пожелать нам счастья и здоровья, и мира на земле. Хочу, чтобы внучка получила... А, внучка благополучно родила правнучку. Что? У них даже дочки не было. Чтобы дом всем подарок. Кому машинки, кому квартирки, кому детишек, кому денежек, кому успехов, а мира, любви, радости всем. Во какая сказка! Браво! Отлично! Она даже складно все получилось. Счастливый конец. Да, главное счастливый конец. Радости всем. Да. Вот.